Дайджест недвижимости. Новости недвижимости на волне 101.0. В студии Анна Лапшина. Здравствуйте. В Кирове сформирован проект программы ремонта дворов на ближайшие 5 лет. Об этом сообщил глава администрации города Александр Перескоков. В документе обозначены необходимые элементы благоустройства территории по минимальному и дополнительному перечню, средняя стоимость работ, а также список территорий, нуждающихся в благоустройстве. В настоящее время в нем 1218 адресов. Дорожные карты реализации программы формирования современной городской среды муниципального образования город Киров на 2018-2022 годы должна быть сформирована в ближайшее время. Напомню, в этом году по программе формирования комфортной городской среды в Кирове отремонтируют 65 дворов. Подрядчики обещают завершить работы к 27 сентября. Дайджест недвижимости. Областная федерация профсоюзов нашла новых арендаторов дому Левицкого. Об этом сообщил председатель организации Роман Береснев, пишет iKirov.ru. По его словам, это молодые предприниматели, которые намерены открыть в особняке возле кинотеатра «Октябрь» различные по формату заведения общепита. На третьем этаже здания разместятся уютные вип-залы, в которых можно будет проводить различные праздничные мероприятия. Сейчас внутри здания идет ремонт. В следующем году арендаторы хотят провести реконструкцию сада. Договор аренды сроком на 5 лет был заключен в начале сентября. Начать работу предприятие планирует в ноябре этого года. Дайджест недвижимости. Сделки с жильем одиноких стариков предложили проводить через нотариуса. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму, пишет «Российская газета». Предполагается, что принятие документа должно защитить пожилых людей от обмана, насилия и рейдерского захвата квартир. Согласно законопроекту, нотариус обязан будет разъяснять сторонам смысл и значение представленного ими проекта сделки и проверять, соответствует ли его содержание действительным намерениям сторон и не противоречит ли требованиям закона. Сделка, где явно собираются обидеть беззащитного старика, через нотариуса не пройдет, поясняет газета. Издание напоминает, что размер пошлины для сделки, подлежащей обязательному нотариальному удостоверению, составляет 0,5% от ее стоимости, но не выше 20 тысяч рублей. Для рядовой квартиры в регионах страны стоимостью 1,5 миллиона, затраты гражданина на нотариальное удостоверение сделки составят от 10 до 12 тысяч. На этом все. В студии работала Анна Лапшина. Дайджест недвижимости.